Всем привет, вы на канале Crypto Commons и это обзор биткоина. Поехали сразу к делу, не будем томить. Что мы здесь видим? Четырехчасовой таймфрейм. Биткоин поджимается. По нижним границам можем провести вот такую вот линию. По верхним у нас сетка EMA Ribbon отрабатывает, собственно, в качестве этой линии. И выступает в качестве сопротивления, как вы можете видеть. То есть мы образовали такой треугольник, из которого... Как говорится, пробой неизбежен. Но самое интересное, куда это будет пробой? Да? Вниз или вверх. И суть в чем? Ну, как бы он будет по-любому вправо, это мы с вами знаем. Но как он будет вправо? Я лично думаю, что если вдруг он будет вниз, то это будет никакой не медвежий флаг, как многие сейчас ждут там 17 тысяч и так далее. Я думаю, что это будет ложный пробой вниз, если он будет вниз. И потом резкий отстрел наверх. Это мое мнение. По факту, может быть, сейчас все, что угодно. Уже мы давно перепроданы. Желтая точка, дивер. Вот здесь вот хороший дивер. Я думаю, что может сразу наверх это отскочить. Вот. Но то, что мы дойдем куда-то в зону там 34, 38, а то и 42, и закроем все вот это падение, ну, я в этом практически уверен на 99,9%. Ну, то есть мы вот так вот можем сделать, собрать ликвидность здесь, сходить за стопами и потом сделать вот такое движение. Поэтому, что здесь можно сделать в краткосроке? Если вы инвестор, ходлер, то это вообще как бы вас не должно тревожить. А если вы трейдер, то я бы сейчас опять же какой вы трейдер? Если вы трейдер в маленьком плече или там спотовый, то вообще без заморок отличная точка входа, с учетом того, что если мы провалимся еще ниже, чтобы бы добрали еще, если вы верите в биток. А если вы агрессивный трейдер, скажем скальпер там или в большом плече, я бы на вашем месте не торопился залетать сейчас в лонг или в шорт, подождал бы. Но не так, как все говорят, пробитие вверх и залетать в лонг. Это тупо в большом плече залетать в лонг, потому что он вас ликвиднет вот таким вот движением. И не в шорт, соответственно, если мы пробьемся вниз, потому что вас ликвиднет вот таким ретестом и мы пойдем дальше. А наоборот, я бы залетал в лонг в большом плече, если мы увидим вот такое пробитие, потому что это отскочит. Или, возможно, в шорт в большом плече, если мы сейчас отскочим куда-нибудь до дневной сетки EMA Ribbon или даже до недельной сетки EMA Ribbon в идеале. А это вообще 40 тысяч по биткоину, если что, я вам напоминаю. Вот оттуда можно будет шартануть спекулятивно со стопом, но шартануть, это я говорю чисто для спекулянтов, кто хочет как бы доиграть вот это вот трендовое движение. А так глобально, я вам еще раз напоминаю, что по ходу мы имеем дело с самой огромной медвежьей ловушкой за всю историю существования биткоина. До нее у нас с вами бычий рынок был абсолютно. Я верю в то, что он продолжает быть бычьим. но вот у нас случилась медвежья ловушка. Смотрите, видите, как бы сетка и Мэрибан развернулась, и мы провалились ниже. То есть как бы типа вошли в медвежий рынок, подтвердили медвежий рынок вот здесь, точнее, по пробитию вот этой восходящей поддержки. Но я думаю, что это все разводняк, ребята. Я уверен практически, что это разводняк. Просто лохов. Причем не такой разводняк лохов, как сейчас большинство думает в моих комментариях, что я развожу лохов, сам там шарчу, что биржа это все разводняк, биткоин это скам и так далее. А разводняк как раз вот их лохов. Кто так думает, друзья, потому что, смотрите, вот у нас тоже был разводняк лохов в 2013 году, вот здесь. Вот у нас был мини-бычий, мини-медвежий рынок, как бы внутри большего бычьего. Но тогда биткоин двигался гораздо быстрее и гораздо амплитуднее, чем сейчас. Сейчас он, конечно, стал уже тяжелее. Вот у нас был полноценный медвежий рынок, смотрите, понижающиеся пики. Явно понижающийся пик, вот этот пик явно был сильно ниже вот этого, и понижающиеся минимумы. Вот у нас был Очередной бычий рынок, на котором тоже были разводники лохов, но они были более быстрые, смотрите. Вот был разводняк лохов, вот был разводняк лохов. Но здесь это были коррекции. Вот это был очень сильный, кстати разводняк лохов на 40%. И вот этот. Но это все равно было в рамках коррекции, которые быстро отскакивали. То есть мы тут не проваливались под сетку кользящих. И все такие, ну, все, мы знаем, как торговать теперь бычий рынок. И вот это, кстати, тоже был разводняк лохов, ребята. Потому что это был как бы бычий импульс внутри медвежьего рынка. Я считаю, что вот здесь было дно медвежьего рынка на корона-дампе. Вот это все было медвежье движение, в котором у нас была как бы волна А, Б и С. И вот эта волна Б, это был разводняк лохов как раз тех, кто поверил в Туземун. Вот, но как бы опять же лохов, это я сейчас условно говорю, я сам забрал прекрасно вот это вот движение от сих вот до сих примерно, кто смотрел тогда мой канал. Я по 4 залетал в лонг, когда все шортили вот это сопротивление, и разгружался где-то вот здесь, в верхней зоне. Вот, поэтому кто хотел, тот заработал, как бы. Вот. Вот это корона дамп это тоже был, конечно, разводняк лохов. Ну, как тут сказать, это кризис ликвидности. И сейчас, вот, похоже, у нас опять же на корона дамп. Посмотрите, мы очень сильно выпали вниз, якобы входим в медвежий рынок, и по халвингам, как бы нам пора уже, да, входить в медвежий рынок, по идее, по циклам биткоина. Но также, смотрите-ка, мы вот эту вершину очень сильно переписали. Мы не сделали вот так вот, как обычно делает биткоин в медвежьих рынках. Он делает вот так, вот так, вот так и начинает падать по вершинам. Здесь мы по вершинам росли. Поэтому очень смешанная история получилась сейчас на биткоине. И да, непонятно, как это торговать, но на часовике, смотрите, больше похоже на разворотную формацию. Вот этот вот Барт Симпсон, который здесь образовался, он обычно сигналит о том, что, ну, лично на моей практике, это больше похоже на, как бы, улыбку чеширского кота. То есть, смотрите, видите, у нас сила продавца иссякает. И вот этот пре-памп и сразу последующий дамп, он уже, как бы, тоже сильно ниже не провалился. Посмотрите, этот последующий дамп может даже чуть ниже вот этого лоу сходить. И это все равно останется такая фигура. Вот такая фигура у нас была на рипле, когда они судились сек примерно год назад, когда Ripple как раз разворачивался там с 20 центов или даже ниже. Поэтому слушайте, здесь похоже, что мы сейчас увидим очень сильный отскок, поэтому у меня в приоритете лонг. Потом опять же, смотрите, какой расклад. Золото отскочило у нас с вами, отскочило. Золото, кстати, очень неплохо смотрится в конкретный тузамун. NASDAQ, медвежья ловушка, медвежья ловушка, посмотрите. SMP тоже. Как бы вот начался отскок, засосали ниже. Скорее всего, сейчас это дело все сильно отпрыгнет куда-нибудь к средним значениям. И с криптой это будет тоже коррелировать, конечно, как бы мне не хотелось обратного, но вот куда-то сюда хотя бы мы должны прийти по фанде. И крипта тоже, по идее, должна тогда отскочить. Вот. И. А биток-то, смотрите, особо даже не отскочил еще. Видите, какой расклад? Вот, и говоря про золото, и про серебро, кстати, и про всю остальную движуху, хочу обратить ваше внимание на новые плюшки от биржи PrimeXBT. Для тех, кто не знает, эта биржа — это больше, чем криптобиржа. И это, грубо говоря, как брокер в мир традиционных финансов для криптомаксималистов. То есть здесь, смотрите, какая фишка. Здесь есть все вот эти криптовалюты, причем к доллару и к биткоину многие торгуются, что примечательно. Также здесь есть форекс рынки, то есть все национальные валюты, золото, серебро, а также индексы, нефть, Dow Jones, надказ, NASDAQ, серебро и все вот это хозяйство. Причем самая фишка, знаете в чем, что вы можете держать обеспечение не только в тезере, но и в биткоине и в эфириуме на этой бирже и получать профит, соответственно, тоже в них. То есть это как инверсная маржа, только торговать может чем угодно. Например, если вы верите в тузамун золото, который, я думаю, неизбежно произойдет, и золото идет переписывать свой хай в глобальный в 200 чем-то тысячи и куда-то наверх, то вы можете просто взять лонг по золоту в обеспечении биткоина или эфира, если вы побычно настроены на биткоин и эфир, и, соответственно, профит вы будете грести тоже в этих монетах. В общем, эта тема очень крутая. И еще, знаете, какая плюшка? Специально для наших подписчиков ребята из Prime XBT приготовили Бонус до 7000 долларов на ваш депозит. Бонус в размере 7 процентов от объема депозита на любую сумму, которую вы внесете, вы получите 7 процентов сверху для торговли. Соответственно, до 100 тысяч долларов. Если вы вносите, вы тогда получите 7000 долларов. А если вы вносите 1000 долларов, вы получите 70 долларов и так далее. Смотрите, как его получить. Вы вносите депозит на биржу, средства попадают на ваш кошелек, это типа спотовый счет. Потом вы идете в свой маржинальный счет, на котором собираетесь торговать, и вводите здесь промокод Crypto Commons. Найдете его в описании под видео. Ну, как наш канал просто, Crypto Commons. Вводите, нажимаете Activate, и вуаляшечка, вот он ввелся. Смотрите, у нас теперь вот депозит-бонус. 7% максимум 0.17 битка. На все депозиты свыше 50 тысяч сатоши. Вот. И суть в том, что это реально на все депозиты. Смотрите, мы теперь пополняем наш счет. Допустим, на 0.05 битка. С кошелька на наш счет переводим. TDMs. Пополнили. И вот, смотрите, у нас 5 миллионов сатоши. Полторы тысячи, да? И бонус 103 доллара. 350 тысяч сатоши. Вот он пришел. Теперь мы можем торговать, собственно, на этот объем. Как я уже сказал, как вариант открыть лонг по золоту в небольшом плече и стоять до талова. Но это можно лучше делать завтра, потому что сегодня воскресенье, сегодня традиционные рынки стоят. А сегодня можно поторговать криптой. Вот тут есть, они добавляют постоянно новые альткоины. Луну, правда, делиснули, правильно сделали. Камину эту а, так вот, биток, эфир. Дэша, правда, нету, но я думаю, скоро тоже появится. Вот поэтому здесь вы можете взять лонг даже к биткоину. Тот же самый, вон лайткоин биткоин, который валяется уже просто на 10 дне, если в долгу с небольшим стопиком можно взять лонг. Единственное, что отличает эту биржу от остальных, здесь только кросс-маржа. То есть, если вы не ставите стоп-лосс, грубо говоря, то вы рискуете всем депозитом. Здесь нет изолированной маржи. Соответственно, ставьте всегда стоп-лосс. Вот тут есть кнопки sell и buy. Это покупка по рынку. Давайте на примере битка я покажу. Вот вы можете прямо по рынку запрыгнуть, взять там, я не знаю, во втором плече, вот нажать «Buy», подтвердить, и вот открылась по рынку позиция. А, также вы можете поставить здесь лимитку и стоп. То есть я сейчас не ставил стоп. Чтобы поставить лимитку и стоп, вы прямо на графике нажимаете правой кнопкой, и вот появляются кнопки «Buy» «Sell» немного непривычно, да, и вы нажимаете buy, и здесь уже вы выбираете цену, по которой хотите купить. Допустим, вы хотите купить биткоин по 28 500, и тут уже вы ставите вот place stop loss и take profit. Только так вы контролируете свой риск, короче, от слива полного депо. Вы ставите, допустим, stop loss 28 400, тогда вы потеряете 30 тысяч сатоши, и... Take Profit, там я не знаю сколько, 29 тысяч, тогда вы заработаете 170 тысяч сатоши. Ну, грубо говоря, вот так вот. И вы Нажимаете «Добавить заявку», и вот она добавляется. Все, вот в открытых ордерах видно заявку, на графике ее тоже будет видно. Вот она внизу у нас, видите, заявка со стоп-лоссом и стейком. В общем, вот такими вот маленькими бомбочками удобно торговать. Я сейчас ее снимаю, это я вам показал демонстрационную. А небольшой лонг оставлю, буду его, скорее всего, добирать по мере снижения цены. Вот такая вот биржа Prime XBT, вот такой вот промокод. Да, и самый прикол, что он действует, ребята, реально на несколько депозитов подряд. Вот у меня сейчас пендится еще сумма, сейчас когда она придет, я просто также делаю, выполняю счет, и мне снова приходит этот бонус. Обзор на эту биржу есть у нас на канале, сейчас он появится у вас сверху, обязательно посмотрите. Если вы находитесь на территории Российской Федерации, не пугайтесь, с биржей все нормально, за исключением того, что Роскомнадзор ее заблокировал, поэтому вам придется пользоваться через VPN. Но со стороны биржи никаких косяков не будет, то есть то, что вы гражданин Российской Федерации, вообще no problem. Регистрируйтесь по e-mail, KYC проходить не нужно, ничего не указывайте, и спокойно с ней работаете. Мобильное приложение, все работает. А пока я записывал это видео, я еще на автомате догрузил свою позицию до одного биткоина, как вы можете видеть сейчас на экране. Дисклеймер не финансовый совет. Не повторяйте этот трюк дома его выполняет профессиональный хомикадзе Гриня. Так, ну что у нас еще происходит с остальным рынком? Альткоины сейчас ходят за битком в этом диапазоне. Да. В этом дампе мы падаем в основном по всем монетам. Конечно, некоторые альткоины типа Луны ходят еще жестче, но эфир, кстати говоря, посмотрите-ка, эфир выглядит по в этой всей ситуации к доллару, потому что он еще не пробил, во-первых, вот этот вот лоу, в отличие от биткоина, а во-вторых, он сформировал явную голову и плечи. Ну, явную голову и плечи на старшем таймфрейме. И это, конечно, грустно говорить, но цель в таком случае у эфира будет минус 1600 долларов примерно. Минус 1600 долларов цель по эфиру из головы и плеч. Поэтому тут, конечно, вряд ли это должно так измеряться. Это скорее вот так у нас было голова, плечо, голова, и вот мы уже пробились и сейчас несемся. Но я не верю во все эти паттерны, ребят. Я вам хочу напомнить, что эфир на своем предыдущем бычьем рынке в 2016-2017 году тоже корректировался на 75% вот здесь вот. И потом улетел в космос. Поэтому тут не факт, что вообще это все медвежий рынок, это все может быть просто медвежья ловушка, понимаете, и у нас образуется какая-нибудь некая вот такая вот трендовая, условно говоря, уже сейчас или чуть ниже, от которой мы отскочим и развернемся на новые хаи, и все это покажется просто прямой линией. Это же крипта, вы поймите. Сейчас все настроены очень по медвежьи. Я думаю, что это грамотное самое сейчас, что можно делать. Ребята, на этом падении добирать, не бояться, потому что по-любому мы увидим разворотную историю, и все окажутся в очень хорошем плюсе, кто додержал, кто добирал, кто не боялся, кто покупал эту просадку. Потому что вы же знаете, ребята, суть Успешного трейдинга в том, чтобы покупать дешевле, а продавать дороже. Вот и все. Поэтому для кого-то даже вот это не предел был. Кто здесь в долгу, кто набирал вот здесь. Я думаю, что, ну, часть вот здесь разгрузили молодцы. Но здесь только добор сейчас идет, а не разгрузка. Консервативный, конечно, инвестор, который здесь заходил и увидел это падение, он сейчас разгружается. Поэтому мы и падаем. Но на самом деле мы падаем не поэтому. Мы падаем потому, что мы просто очень сильно выросли. Здесь не должно было быть такого сильного роста. Вот биткоин, грубо говоря, вот так вот плавно идет наверх. И сейчас он ниже этой плавной линии. На месячном таймфрейме вот эту всю сетку MA Ribbon нужно жадно скупать. Нужно быть жадным там, где остальные боятся. И нужно бояться там, где остальные будут жадными. Вот и вся история, ребята. А по поводу хороших новостей, ребята, внимание на экран. Видите, что у меня на телефоне? Это тест.нет, приложение Каста, друзья. Бета-тест-версия, то есть приложение Каста проходит завершающую стадию Тестирование и скоро выходит в мейн-нет. Поэтому, ребята, если вы хотите стать инвестором крутого криптопроекта, реально не скама, а реально крутого проекта, то покупайте срочно касту на Байбите, пока она стоит 10 центов. Вы хоть понимаете, что эта цена всего в два с половиной раза выше цены листинга? Посмотрите, и монета уже ходила на 2 доллара, пускай и спекулятивно а сейчас стоит 10 центов. На мой взгляд, нужно агрессивно скупать всю вот эту зону 7, 10, 12 центов и сидеть в монете в долгую, потому что проект реально рабочий. Ребята делают свой, грубо говоря, криптобанк. Посмотрите, у них банковские лицензии, карты будут по всему миру. Крипту можно отправлять по номеру телефона. Вот мне Карл присылал, Сио Касты присылал эту тестовую крипту. Скоро будет настоящая крипта. Короче, очень просто отправлять будет друг другу крипту, как смс -ку. И это, конечно, революция, ребята, то, что они это сделали. Каста просто всех порвет, я уверен. Поэтому, если вы хотите стать инвестором, трейдить, конечно, тоже можно, но я считаю, здесь надо становиться инвестором. Брать его по 10 центов и сидеть до Талова в ней года два, разгружать там по 20 баксов в серии. Сотни иксов, я думаю, что тут практически гарантированно, потому что ребята серьезные, не с камеры, я их знаю, им нет смысла вообще разгружаться. Вот это падение, то, что все говорят, вот, там Карл разгрузился, это полный бред. Вы можете, во-первых, посмотреть по блокчейну, он ни одного токена не продал, и никто из инвесторов. И это делается манипулятивно маркетмейкерами биржи. То есть слабые руки сейчас продают сильным, грубо говоря. Сейчас сам Байбит у вас выкупает всю эту касту, если вы ему продаете за дешевле, чем купили а потом ее запампит. Когда потом? Я не знаю. Может быть, сейчас будет припамп на фоне запуска приложения, а потом опять будет дамп. Но я думаю, что года через год, через два, когда все про нее забудут, она выйдет из накопления, она просто даст просраться всему крипторынку, ребят. Вот. А так, что? У меня лично все те же ожидания. По поводу Dash я абсолютно не изменил свое мнение. Посмотрите, какой у нас падающий клин. Я добираю Dash, ребята, добираю Bitcoin Cash, добираю Litecoin. Я понимаю, что многие из вас их продают сейчас в панике. Но так делать не надо. Так делать не надо. Продавать надо было Луну на Хаях, Салану, Матик, Нир. Я, кстати, говорил, кто говорит, что Грини только ту замунет, вот я сделал, мне, мне чувак в личку написал вчера нашу с ним переписку. 4 мая он пишет по Луне, что думаешь, даст ты 2 еще хотя бы? Я пишу ему опасно, я ее в шорт рассматриваю глобально. 21 мая чувак пишет норм. В общем, мы поржали. Прикиньте, эта Луна стоила еще баксов, сколько там 100 или 50 тогда, 4 мая. Где эта ваша луна несчастная? А все, я уже нету трейдинг вью. В общем, если вы меня смотрите внимательно, то я не только эту замуню. Я вас предупреждал, ребята, и ману, и луну, и салану, и всю эту шляпу. Ни в коем случае не лонговать на хаях. Вот. Даже эфир классик мой любимый, который является очень крутой монетой. Все равно, когда он помпанул на, я извиняюсь, на 40 иксов, я вам первый говорил, разгружайтесь и ждите. Вот что произошло. Вот. А по дэшу, как я вам могу говорить, разгружайтесь, если он вот здесь. Ну да, он был сначала вот здесь, когда вы его брали по 400 дэш, он стоил вот здесь. Потом, когда он упал на 40, на, на 50, он теперь вот здесь. Ну вы говорите, вот с камер, нас вот тут побрили. Но ну, вы понимаете, что это все потом станет прямой линией вот такой, когда дэш улетит на несколько тысяч. И те, кто додержал его, до аккумулировал, будут говорить себе спасибо, а не грини. Грини-то не надо спасибо. Грини достаточно, если вы поставите лайк под этим видео напишите комментарий, желательно хороший, вот, и поделитесь всем с друзьями, если это было полезно. Вот. Я очень рад, ребята, что у нас с вами такое офигенное крипто-комьюнити. Когда я запускал этот канал несколько лет назад, я и подумать не мог, что он разрастется в такую махину. Вот, поэтому я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Делайте свои выводы. Будьте готовы к любому из сценариев. Все ссылки в описании. Всем профитролей. И скоро увидимся. Обнял, пока.